Сегодня как бы такой день, вот видите, предыдущий ролик я снимал про GVC, и вот потом диск тот же самый вставил вот в этот Panasonic, ребят. И вот мое мнение, знаете, вот этот Panasonic, конечно, лучше играет, чем этот GVC, хоть у нее там колоночки супер-пупер, там деревянные, но по сравнению с этим Panasonic, здесь, конечно, ну, GVC уступает намного. Это звучит шикарно просто, ребят. Здесь 3-3 полосы, и мощность, и звук сочный, хороший, в общем, супер-пупер. Вот это мое как бы замечание такое. Ну вот я являюсь фанатом Panasonic. Нет, не просто так, а как бы... Хотя вот на рынке вот этот аппарат, вот, я не знаю, и за 3,5 это нету звонков никаких, ребят. Понимаете? Аппарат шикарнейший. Вот этот вот, если вот выставить, он там за 5 там минимальная цена и уходит, да? То вот этот вот, ребят, он и играет лучше, и красивше, на мой взгляд. То есть супер пупер и по мощности. Бампинг здесь, система. И видите, красота какая. Дисплей отличный, все, да, и кассета там хороша. И 5-дисковый CD-чейнджер, радио отлично ловит. Но вот почему-то люди вот... Panasonic вот именно так относится. Ну ладно, спасибо за внимание, до свидания.